Доброе утро, мои хорошие! Тереомикус, мои любимые солнышки, друзья мои, по ту сторону экрана. Доброго утра вам всем из Сталина. Ну, тут проснулись, потом уж прям сползали. Так все. А вчера так ролик я как-то без до свидания, без всего. В общем, вечер провели втроем, болтали. А что-то такое, какой-то бокал вина мы выпили с Васей, да. В общем, болтали обо всем. Так хорошо так провели такой вечер, я даже камеру в руки не брала. А сегодня встали, муж уже в душе, и сейчас пойдем пить кофе. Сегодня у нас такой день замечательный, мы сегодня идем на концерт Depeche Mode. Вчера весь вечер слушали, как здесь сцену строится. Мы от певческого поля живем здесь недалеко, минут 10 ходьбы. Вот, и можно это... Было послушать, уже так это, знаете, так хорошо, когда там строится что-то такое, ого, уже там пробовали вот эти все микрофоны, все такое, так интересно. Вот, и сегодня мы идем на концерт, я, конечно, вам все буду снимать и все показывать. И мы собрались, и мы идем на концерт, пойдем сейчас на певческое поле, на концерт Depeche Mode. Весь день такие, знаете, день тюлень был, мороженое ели, кофе пили, болтали, в общем, ничего не делали, вот вообще ничего. Вот, и сейчас пойдем. Нам здесь пешком буквально 10 минут, на улице солнце, ветерок, небольшие тучки, и совершенно распогодится вот сейчас еще через час по прогнозам, так что никаких дождей, мы дождевики с собой не берем, берем с собой такое большое покрывало, будем там... сидеть и наслаждаться, ждать, потому что пускают с 5 часов, вот, а сами они выйдут там, кто-то говорит около 9, кто-то говорит около 10, в общем, там на разогреве будут, в общем, мы сегодня будем там отдыхать. Все, до встречи на поле! И мы у певческого поля. Я сразу вам хочу показать, как здесь уже много машин, людей. Это вроде единственный концерт их в странах Балтии. Поэтому людей должно быть много. Люди здесь усаживаются из-за забором на траве. Вот там где-то наверху тоже. Это вам так, окрестности. А время сейчас 6:30. Мы заходим. Мы на месте. Досмотр был такой, что общупали всех. Сумки открывать, все общупали с ног до головы. Народу еще мало, потому что еще очень рано, но мы пойдем. Начнем вдыхать, как сказать, эту атмосферу. Погода замечательная, легкий ветерок, очень тепло. Туалетов, кстати, очень много вот там. Сцена. Пока здесь еще все пусто, считается. А это фан-зона там совсем перед сценой. Ну, мы все-таки здесь поближе к сцене, я думаю. Толпа уже, конечно, а еще время 6:30. Сами они выйдут неизвестно когда. Не, может, известно, это мне все неизвестно. Мы заняли местечки вот здесь прямо у сцены, ну как бы вот до фан-зоны вот буквально. Потому что пришли рано. Охрана везде, охрана.
знаете, уже такой какой-то энергетический драйв чувствуется здесь. Так, это все еще ничего. А море всяких каких-то киосков здесь. Я ничего не знаю, что там. Можно, конечно, прогуляться. Давайте я вам покажу здесь. Пока сюда можно подойти, что здесь будет лавина. Как отсюда это все выглядит. За кулисье, так сказать. Пока еще очень мало народу. Это еще никого нету. Что потом будет тут? Погода шикарная. Сейчас еще хоть какие-то облака, потом рассеется все по прогнозам. А вот это вот VIP-зона, где можно сидеть вообще по-человечески. Ну там такие цены, что ужас. Там колоссальные цены были. Знаете, так с семьей сходить. 300 евро вот в обычной зоне у нас получилось. До чего комфортная погода. Это вообще просто. Ой, и ветерок еще главное. Такой хороший. Там, наверное, миллион всяких киосков еды. Там всего, я не знаю. А вот это для на колясках можно сюда заезжать. И на колясках специальные туалеты. Целая как бы такая платформа, сцена для них. Балкон, ложа для людей с ограниченными возможностями. Очень хорошо все продумано. Ну, а здесь целая ярмарка. Здесь людей-то еще больше, чем там. Ого-го. Вообще. Да. Ой, боже мой, здесь людей больше, чем на поле. Они пока все тут. Леденцы, мороженое, питье. И чего здесь только нету. Здесь кальян можно вроде покурить. И здесь прям до моря все это. В киосках. В шашлыках. Пиво и прочее, чего тут только нету. Машины, наверное, тут это всякое, установки их огорожено очень много. Хотел сказать декорации, ну как это? Аппаратура, господи, правильно-то. Посмотрим с вами до тех пор, пока это возможно. Наши уже сидят. Так что вернуться мне будет куда. А это от депеша все, вот эта аппаратура здесь ограждена. Эта дорога ведет к морю. А вот к ракушке спиной построена сцена. Это вот с этого ракурса. Тут тоже миллион всего. Ой, какой ветерок. Тепло-тепло, и дождя не будет, ну, во всяком случае, так обещают. Бокалы шампанского 15 евро и 7 евро. Здесь какие-то как блинчики, пончики, что-то такое. В общем, стрит-фуд, короче, типа ярмарка еды. И миллион туалетов. Вот это тоже радует. А здесь пахнут шашлыки. Да, вот тут целая площадь такая. И можно помыть руки после всего этого. Еще и с мылом, в общем. Туалетов немеренное количество. Это шикарно. А здесь на гриле, смотрите, что. Очень организация. А я-то думаю, что это на поле людей еще немного. Так они уже все здесь с 5 вечера. Шашлыков море. А и шашлык стоит 10 евро. А куриный тоже 10. А картошка 5 евро. Смотрите, сколько тут людей.
Мне бы своих теперь найти опять обратно-то. Ну, супер, конечно. Знаете, уже такая атмосфера заводная. Всегда как-то, да, вот дома думаешь, да ну, может, я там... А, нет, хорошо. Как только заходишь на поле, уже начинается такой драйв. Супер, обожаю. Алкогольный. А, не, алкогольный нет. А нам квас Вася принес. Дебешмот. И пончики. Да. Да, расскажи, Вася, сколько стоит этот самый квас? Квас пол-литра. Квас стоит 4 евро. Плюс тара стоит 3 евро. То есть 7 евро вместе со стаканом. Потом ты стакан ты сдаешь и получаешь 3 евро обратно. А стакан депешмот? А депешмот стоит 5 евро. То есть квас 4 плюс 5 евро стакан. Но он не возвращается. 5 евро это не возвращается. Они тебе на память. Депешмот, да, фу-ху! Солнце садится. Сейчас включат фонарики. У нас потрясающие пончики и квас. Ну, людей прибавилось, конечно. Мы напились квасу. Но вот на склонах еще очень мало людей, потому что еще даже разогрев не вышел. А здесь посмотрите, сколько. Погода шикарная, солнце, тепло. Уже поставлю, видишь, со мной иди. Надо подумать.
мы решили еще немножко здесь походить, посмотреть, где здесь люди, что делают. Уже очереди еще мы покупали, еще было не так много очередей, вот муж говорит, а теперь... Слово о туалетах. Раковины, помыться, салфетки, везде туалетная бумага, чисто. Посмотрите на это количество туалетов. Это просто. И вот отсюда поле. Ну, народу, это вообще просто. Еще даже не вышел разогрев. Это VIP-зона. Разогрев какой-то такой. Пердик, что хочется уснуть. Это что хочется уснуть. I want to thank Depeche Mode for having us with them.
thanks to all of you for being with us. This is our last song. Our name is Hope, and I wish you a wonderful evening. Последняя песня вроде. Once again at Hublot to support our charity efforts around the Memento Mori tour. For the last 10 years, with Hublot's and your help, we've been able to support the Teenage Cancer Trust and Charity Water, raising funds and awareness to support childhood cancer research and to provide clean drinking water for people in developing countries. This tour, we are turning our focus towards the environment. With Hublot again by our side as our official charity partner, we'll be supporting a charity called the Conservation Collective.